Всем рыбакам большой привет. Вот пришел покататься на лыжах, смотрю, здесь очень много рыбаков. Вот, если хотите, можете посчитать. Вот такой прекрасный вид. Очень много машин и рыбаков. После обеда постараемся туда съездить. С утра-то холодновато, и на работу сейчас надо сходить. Вот. На той неделе тоже сказали, около 300 рыбаков здесь было. Но сегодня холодно, холодноватая погода, похолоднее. С утра минус 14 было, где-то 8 утра. Но сейчас солнце вышло, чуть-чуть станет потеплее. Вот передвигаются рыбаки, ищут рыбу. Кто-то не боится. Середина Волги идет. Вы считаете там, сколько здесь рыбаков? Потом напишите, сколько насчитали. Можете на паузу ставить. У кого спортивный интерес есть, посчитать, сколько рыбаков. Здесь буду снимать помедленнее. Вот. Где-то кучками сидят, значит, там рыба есть. А кто-то ее ищет. Ходит. Сегодня выходной, ведь суббота. Люди вышли отдыхать на природу. Половить рыбу, поговорить с друзьями. С понедельника потепление будет, снег пойдет. Это вот сегодня и завтра солнышко и холоднее. А потом даже до 0 градусов, по-моему, в четверг написано было, я по интернету посмотрел утром. Но снег будет всю неделю. Вот, а сегодня такая хорошая погода. Вон ходит. Ой, даже там есть. Ну все. Всем пока. Всем пока. Как говорится, ни хвоста, ни чешуи.